Вот и вторая часть лекции Романа Куприянова о динамике форм в рисунке. Обязательно подпишитесь на его страничку в социальных сетях. Все ссылки будут в описании. В этом видео не будет рекламных интеграций в центре ролика, поэтому короткое объявление. Стартовал набор на курс продвижения социальных сетей для художника «Набор на июнь». Для тех людей, которые рисуют и хотят набрать себе побольше аудитории и понять, как работают алгоритмы социальных сетей. Вся информация по первой ссылке в описании. Приятного просмотра. Окей, следующее. Так, сейчас я запишу. Только. Это у нас будет тона и цвета. То есть тут будет пример черное на белом. А здесь будет, ну, пускай будет красное на синем. Вот, мы видим силуэты этих кубиков. То есть, допустим, вот у нас один какой-то предмет. Мы рядом с ним рисуем другой предмет такой же. Мы не видим силуэт между ними. Вот это, ну, как бы я подвел вывод. Ну, пускай останется. И следующее. Это ритм. Это не самый такой ходовой, не самое ходовое решение, но используется довольно редко, но тем не менее в дизайне оно может помочь. То есть, ну, банально. Это, например, вот таких три последовательно идущих друг за другом красных шара. Между ними есть ритм, потому что, ну, мы понимаем, что между ними одинаковое расстояние, они идут друг за другом, вот, получается ритм. Или, например, вот, два шарика, через какое-то расстояние еще два таких же шарика. Это тоже ритм. Например, ну, то есть какой-то силуэт персонажа, там еще один силуэт персонажа. Это тоже ритм получается. Даже если мы один силуэт персонажа рисуем какой-нибудь кривой, а другой у нас будет как-нибудь искривлен по-другому, то есть у нас разные силуэты, но при этом они все равно, между ними есть ритм, потому что, ну и там, ну вот пускай они будут вчетвером, между ними четверо есть ритм. Между первыми двумя контрастов почти нет, контраста силуэтов, и они выглядят не так интересно, как силуэты двух последних. То есть, ну, как бы сейчас я сказал про то, что уже два принципа используются вместе. То есть вот этот кусок выглядит интереснее, потому что там контраст, здесь контраста нет. Но при этом в целом между ними есть ритм. Относительно картинки сразу. Как это используется? То есть это ритм, например, вот этих вот кожаных ремешков. То есть у нас есть тут ремешок, тут ремешок, тут еще один ремешок. Вот у нас получается ритм. Или у нас есть тут одна, ну, какой-нибудь рисунок, тут другой рисунок, тут, допустим, у нас будет третий рисунок такой же. Вот, получается ритм. Ритм, он важен, потому что неритмично раскиданные какие-то элементы дизайна, они выглядят не очень красиво. То есть если у нас есть, ну, допустим, мы сделаем на дизайн какие-нибудь железные, там, медные такие пуговицы. Они будут разбросаны везде. То есть они будут здесь пуговица, потом здесь пуговица, где-нибудь здесь пуговица, тут пуговица, здесь пуговица и тут, допустим, две. Это выглядит тупо. То есть между ними нет ритма, нет никакой связи. Мозг никак это не считывает, не воспринимает. И, естественно, нам сразу кажется, что, ну, какая-то фигня получилась. То есть, а если… у меня все зависло, ребят. Можете меня починить? Ребята! Help! Господи. Алексей! И сюда! О. Все зависло. Вообще? Да. Нет, это, видимо, разрядилось. Нет, все работает. Нет, окей. Да. А, все. Так, сорян, ребят. В общем, то есть, если мы рисуем как-то, мы пытаемся, нам нужно нарисовать пуговицы, и мы пытаемся нарисовать их красивее, чем у нас было до этого. И мы пытаемся выработать ритм. Естественно, самое банальное — это вот такое.
они идут последовательно друг за другом. Это выглядит лучше. Можно нарисовать? Можно нарисовать? Да господи, ну что такое? Похоже, оперативки не хватает. То есть можно, можно рисовать две пуговицы вместе, потом между ними делать расстояние. Так, сейчас я это сделаю. И еще так же. Вот, у нас есть ритм. Три сегмента пуговиц, в каждом сегменте по две пуговицы, между ними одинаковое расстояние. Это тоже уже выглядит более ритмично, это проще воспринимать, это выглядит лучше. То есть, например, мы здесь вот делаем тоже на какие-нибудь металлические такие кругляши, маленькие шипы. Вот, мы рисуем их так. Это уже работает ритм. Это воспринимается лучше, чем если бы мы рисовали вот так вот здесь, и я решил здесь, и вот тут, и, короче, здесь. Выглядит тупо, потому что нет ритма. Принцип не работает. Окей, следующее. Ну, тут уже как бы два остальных принципа. Это больше на, как бы, на построение фигуры работает. То есть это у нас идет перекрытие форм. Окей. Что такое перекрытие форм? Это когда, например, рука перекрывает лицо. Это всегда очень клево, когда какой-то предмет перекрывает другой предмет. Если у нас рука перекрывает лицо, мы сразу видим, как у нас, мы сразу лучше ощущаем расстояние между объектами, то есть мы больше ощущаем пространство. И это нужно использовать. То есть оно не обязательно прям каждый предмет должен перекрывать другой. Ну, я имею в виду, что-то там рука должна постоянно перекрывать тело или что-то, нога там перекрывать другую ногу, не обязательно. Это также относится и к элементам дизайна. То есть, ну, самое банальное, когда вот, например, вот поножи от сабли, они перекрывают все тело. Потом от них будет падающая тень, и это тоже нам даст ощущение пространства. Это будет работать на нас, это сделает картинку лучше. То есть, например, вот здесь вот рука перекрывает волосы. Мы понимаем, что волосы там, они вылезают вот здесь из-за персонажа, и это уже работает лучше, чем если бы я, например, не рисовал эти волосы, и в итоге как бы и сам силуэт стал менее интересным. И это, ну, банально это бы не было красиво. То есть вот так вот выглядит плохо, а вот так вот выглядит интересней, потому что рука перекрывает волосы, они идут где-то сзади. Ну, как я, например, вначале рисовал, что вот здесь вот копье будет перекрывать персонажа. И тут бы работал уже другой принцип, что копье было бы темным, потому что вот этот вот персонаж, он к нам близко, он был бы темным, и работал бы контраст. То есть контраст темного копья к относительно светлому освещенному персонажу. Это было бы круто, это бы добавляло ощущение пространства. То есть, как, например, вот здесь вот, смотрите, это самый, наверное, банальный пример, который действительно очень хорошо помогает. То есть как бы у нас есть нога, и мы понимаем, что вот здесь вот ткань, она лежит по ноге. И мы думаем, что же с ней делать? Нужно ли рисовать ее сзади ноги? Должна ли она там спускаться? И если я ее уберу, это будет выглядеть хуже, потому что у нас нету, во-первых, контраста тонов, а во-вторых, у нас нет перекрытия. То есть здесь есть контраст тонов, потому что там как бы темный элемент, а нога будет относительно светлой. Контраст есть, все, это уже хоть как-то работает. И у нас есть перекрытие, то есть мы понимаем, что вот этот отрезок ткани, это вот этот же отрезок, только с другой стороны. И объем как бы лучше читается. То есть там есть какая-то, не знаю, как, наверное, клевые художники называют это недосказанностью. Как, например, вот здесь вот, как я вначале рисовал, потом этого не будет, был какой-то железный наколенник. Он перекрывает ногу, он перекрывает колено, он вылезает из силуэта. Уже силуэт выглядит интересней. Вот применение перекрытия. То есть можно бесконечно это все говорить об этом, там
показывать на примерах, но тем не менее это, ну, это банально нужно использовать, и тогда каждый это начнет понимать сам. То есть, ну вот еще последний пример. Здесь поножи тоже там для одного меча. Ну и они за персонажем, то есть. Окей. Они за персонажем, и они где-нибудь вот здесь вылезают, пока я их не просто не забыл, про них не рисовал вначале. Уже перекрытие. Мы не видим дизайна поножей, но нам это и не нужно. Они будут темными, потому что они в тени, их цвет перекрывает персонаж. Мы будем видеть силуэт. Окей, все, нам этого достаточно. И последний принцип, который, про который очень многие забывают, это падающие тени. Ну как это принцип? Это не принцип, это просто такая важная штука, которая делает, передает объем более лучше. Так, как оно называется, падающие тени? То есть, когда мы придумываем дизайн, мы уже можем придумывать какие-то элементы, которые перекрывают какие-то участки персонажа, и там будут сильные падающие тени. Я сейчас покажу это на скетче. То есть, ну, самое первое, я решил, что у меня перекрывает рука-лицо, и, естественно, от нее идет падающая тень вот здесь. Окей, это первое. Вот здесь вот у нас наплечник. От него тоже падающая тень. Потом будет падающая тень на волосы. Они будут... Ну, то есть я всегда так... Да отстань. Уйди. То есть у нас есть лицо, и надо рисовать волосы с другой стороны. Я всегда их рисую, потому что они будут освещаться. Между лицом и волосами будет стильная падающая тень. Это всегда выглядит круто. Ну, я так делаю. То есть падающая тень, например, вот от этих волос. Так как волосы будут задеталены, у них будет очень интересный такой ритм и динамика, то и падающая тень там тоже будет, она не будет просто вот такой линией, она будет разнообразной. Например, падающая тень вот здесь на руке. Ну и падающая тень, естественно, вот, например, от вот этого куска ткани. Падающая тень от поножей, которые нам перекрывают силуэт. Падающая тень на вот этих поножах. Ну вот уже довольно банально этого достаточно, чтобы лучше, ну чтобы просто видеть, что хоть чуть-чуть, но картинка стала лучше. И падающие тени, они действительно, ну, очень важны. Например, вот тут она помогает нам лучше считать объем. То есть это уже у нас нога. Я уже говорил, что у нас примерно вот такой, такое там сечение. Все, понимая сечение ноги, мы понимаем, как на него ложится тень. То есть я не рисую ее как-то вот так, потому что силуэт ноги такой, в том смысле сечение, и это неправильно, это было бы неправильно. Ну что ж, вот эти примеры, эти принципы, которые, на которых лично я всегда строю картинку. То есть я их использую в самом начале. Естественно, вот этот лайн я строил благодаря этим принципам. Я сейчас показал, как я их использую. То есть, естественно, я не сижу и думаю, вот у меня там, короче, надо сделать перекрытие обязательно, куда бы его всунуть, ой, там еще ритм бы куда-нибудь впихнуть, и, о, господи, как их много-то. Это уже происходит само собой. То есть банально больше практики, с практикой приходит осознание, а потом вы используете это уже, ну, по инерции, вы даже об этом не задумываетесь. На самом деле все их используют и так, но просто кто-то это делает неосознанно. Окей. Я эти принципы сейчас сказал, ну, рассказал сейчас, потому что так мне будет легче объяснять потом в процессе, что я делал и почему. То есть, например, как легко заметить, я сейчас буду обводить некоторые участки кружочками и показывать. Вот это ритм. Вот здесь ритм, вот здесь ритм, вот ритм их идет. То есть и, ну, как бы перекрытие. Вот тут вот я добавил специально ради этого вот этот шарф, чтобы от него была клевая падающая тень. Вот принцип. Потом, то есть, как бы, вот динамика в волосах.
Вот, все эти принципы, они работают во всех сферах построения персонажа, построения лайна. Я про это не сказал, но или сказал, я уже не помню. Очень важно правильное построение. Если бы мы строили, если бы у нас было плохое построение, у нас бы ничего не работало, все было бы крив и вкось, и выглядело бы некрасиво. Мы думали, какого черта, мне это не нравится. То есть не обязательно прям, конечно, 30 минут над этим сидеть, но хотя бы 80% правильности на первых двух этапах должна быть. Ну вот, и здесь уже я начинаю думать о контрасте тонов. То есть что будет самым светлым, что будет самым темным. Так, я еще забыл про один принцип сказать. Как раз сейчас про него и скажу. Это нюанс. Это немного сложно описать, но я покажу на простой картинке. То есть я нарисую такую схематичную картинку, и на ней будет понятно, почему, как он используется. То есть, допустим, вот у нас есть просто темный кусок, рандомный, и светлое пятно. Вот это нюанс, когда на чем-то однородном есть что-то, что выбивается из этой однородности. То есть у нас есть черный прямоугольник, на нем светлый кусок какой-то. Это нюанс. И чтобы было лучше понять, я сейчас покажу, где он на персонаже используется. То есть, например, так. Окей. Например, вот этот светлый шарф — это нюанс. Он будет одним из самых светлых участков, на него будет сильно акцентироваться внимание. Вот, это уже нюанс работает. Но вообще это, ну, довольно такое местное, очень как-то локально обычно этот принцип используется. Так что, ну, например, вот у нас как бы общий силуэт такой простой есть, темных вот этих вот тканевых штук, и на нем маленькая точка, маленькая кнопка, которая их держит вместе, это нюанс уже работает. И при этом это же контраст и простого к сложному. То есть это простой такой, ну, в нем нет деталей, а простая форма, и на ней какая-то не менее простая, но при этом маленькая форма тоже. Большой к маленькому, вот, получается контраст форм. Контраст большого к малому. Окей. Сейчас мы коснулись немного вот этих принципов, что у нас будет дальше. То есть я покажу, как дальше строится мой пайплайн. Я начинаю просто банально прорабатывать тона, и при этом я прорабатываю свет. То есть, например, лично я люблю, когда персонаж освечивается как будто фонариком. То есть когда где-то источник света, ну, в этой картинке он вот здесь вот, вот он светит отсюда, и он освещает персонажа вот так. То есть он не освещает весь силуэт. Это будет плохо, если он будет освещать весь. Ну, это клево там для концептов. В иллюстрации это редко работает, потому что глаз банально бегает по всему. Картинка и так сложная. Тут две фигуры, потом там ткань это развивающаяся. Это много всего. И нам нужно постараться ее немного упростить, чтобы людям было легче воспринимать то, что мы нарисовали. Поэтому я, например, использую такой свет. Сейчас мы начнем как раз говорить о свете. Почему такое освещение? Вот именно из-за того, что у нас просто крутой персонаж, и он должен производить такое опасное впечатление. И для этого, ну, как бы, такое мягкое освещение это навряд ли пригодится. Тут нужен конкретный сильный свет. Как вот я называю от фонарика. Там будут сильные падающие тени, сильные контрасты. Он будет драматическое такое впечатление производить. И это должно сыграть на впечатлении, которое которое будет у людей, которые будут смотреть на эту картинку. То есть, и опять возвращаюсь к упрощению. Я понимаю, что если вот здесь, вот в этой местности, будет такой же свет, как и вот здесь, это неправильно. Потому что самое главное у персонажа вот здесь вот. Взгляд должен падать туда.
Поэтому я понимаю, что вот здесь вот мне нужно делать темней. То есть вот здесь я делаю темней. Так, да господи. Ну, то есть банально, схематично, я сейчас это закрашу, и вы сами увидите, насколько теперь нам проще воспринимать именно верхнюю часть. Мы не смотрим на нижнюю, она не отвлекает внимание. Мы видим то, ну, то есть люди видят именно то, что я хочу, чтобы они видели, они видят верх. Но, конечно, это было схематично, и то есть так делать не нужно, потому что затемнить можно всегда в конце. Но дизайн прям на темных тонах сложно прорабатывать. Так вот, окей, вот, я начинаю делать цвет. Начинаю делать тона. У нас уже самое важное, ну, у нас уже закладывается основа картинки тональная, и самое важное — не терять силуэт. То есть вот у нас ноги, вот здесь вот внизу, и будет тупо, если они будут очень похоже, окей, очень похоже тонально на фон. То есть они будут теряться, силуэт не будет работать. Еще раз повторюсь, это я говорю про общее. То есть иногда это работает, когда это обосновано. Я сейчас говорю про, ну, как бы, про общие ситуации. Окей, силуэт не теряется, все выглядит достаточно адекватно. То есть я понимаю, где какой участок в картинке. То есть где у нас клинки, где там кинжал. То есть, ну да, он не выделяется. Не выделяется сильно тонально. Но тем не менее сам силуэт кинжала мы видим. И это важно. Мы понимаем, где он пространство находится на персонаже. То есть если он внезапно вот здесь вот в тон ткани уйдет, это будет тупо, мы потеряем силуэт. То есть, как я говорил в начале, силуэт персонажа важен, то также и силуэты и элементов дизайна настолько же важны. Вот, окей. У нас появился третий этап. Тут мы сделали тона относительно, мы сделали освещение, мы представили, где металл, потому что вот он светлый, вот светлый, вот здесь вот металл. А где ткань темная, где светлая, где ремни, где кожа, где волосы. Все, это тональная раскладка. То есть, естественно, при рисовании этого же степа также работают. Мы также должны как бы ориентироваться и на те принципы, про которые я говорил. Так, следующий. Ну, здесь я красил. И я как бы не считаю нужным на предыдущем этапе сильно прорабатывать, потому что в итоге, когда красишь, ты все равно начинаешь картинку по-другому воспринимать и начинаешь ее немного перерабатывать. То есть вот здесь я, например, понял, что светлый шарф на темном фоне будет выглядеть не так круто, как светлый шарф на светлом воротнике будет не так круто выглядеть. И поэтому я утемнил шарф. Вот. Силуэт шарфа виден лучше. Я как бы исправил свою ошибку. Ну и просто тут банально идет проработка всех, ну, всех элементов. Я пытаюсь их покрасить, чтобы не было грязи, чтобы максимально не потерять силуэт, и чтобы максимально не изменить то, что я уже нарисовал. То есть я как бы на это потратил время, и если это не обоснованно, то зачем это менять? Вот, окей, шарф я поменял, остальное мне нравится. Я не считаю, что там где-то есть сильные ошибки. Следующее. Это уже начинается, то есть это не этап рендеринга, это этап проработки форм. Рендеринг, он вообще в конце, где-то там последние несколько этапов. Здесь никакого рендера, никаких деталей, то есть никаких вот этих вот белых, белых точек, которые я там вначале рисовал. Не надо их прорабатывать, это будет плохо. Они просто, ну то есть если я прорабатываю, там нарисую тенюшку, прям нарисую там какой-нибудь рисуночек, нарисую вот здесь вот рисуночек на металле, это будет не круто, потому что не проработан изначально форма металла, она не проработана, форма ткани, она не проработана. И как бы детализация это все испортит.
это, ну, я как бы просто это все повторяю, потому что очень часто люди спрашивают, в общем, мне никто не пишет, ну ладно, очень часто люди спрашивают, почему, как бы, я как деталить, я начинаю деталить, все становится плохо. Как нельзя положить хороший тон, хорошее освещение, чтобы оно было объемно на плохой лайн, также нельзя детали класть на непроработанные формы. То есть форма, она не станет лучше, если нарисовать на ней детали. Она будет выглядеть так же плохо, просто она будет прорисована, и на ней будет много деталей. Кому это нужно? Это просто пустая трата времени. И тут стоит вопрос, как прорабатывать формы. Как я говорил в самом начале, мы представляем сетку персонажа. То есть как бы это выглядело в 3D, это, на мой взгляд, это действительно очень важно. То есть такой опыт моделинга, он неплохо сказывается на опыте понимания объема. Даже опыт скульптуры, когда человек лепит, он уже лучше понимает объем. Это уже откладывается в сознании. И таким образом ты понимаешь лучше объем на рисунке. Хотя вроде бы это никак не связано, но тем не менее. Окей, как идет рендеринг? Ну, проработка. То есть я представляю, что вот здесь вот у меня сечение. Сечение руки, оно вот такое вот. То есть где-то есть переломы форм. Там, где тень светлей, там, где ну, самая темная тень, там, где тень самая светлая, там, где свет самый светлый. То есть, например, вот здесь вот будет самый темный участок. Ребята, вы, кстати, говорите, если там что-то начинает не показываться, потому что мне трудно следить за всем этим. То есть вот здесь вот у нас идет перелом формы. Там самый темный участок. И таким образом я это уже закладываю. Окей, вот, я нарисовал. Так, ладно, сделаю так. Потом я нарисую другую, ну, тень с другой стороны. Она уже светлее, потому что там идет отголоски общего освещения. Вот, это уже начинается проработка формы. Это не детали. Это дает нам понять, как форма строится. То есть самый светлый свет, как бы это тавтологично не звучало, он вот здесь. Вот, это перелом формы. Таким образом получается проработка. То есть вот здесь перелом формы, самый светлый участок, здесь самый темный участок. Так, сейчас потемнее сделаю только. Вот. Вот здесь вот уже идет отголоски там или рефлекс, или отголоски от общего освещения. Конкретно здесь рефлекса нет. То есть ну, во всех остальных местах, естественно, точно так же. Вот. Уже это дает нам понять, как строится форма. Ну, банально, то есть как бы рука — это цилиндр, то есть вот цилиндр, вот свет отсюда, тут самая светлая часть, где-то вот здесь вот у нас перелом формы, например, и здесь самая темная часть. Потом сюда он становится светлей, то есть сюда как бы свет попадает вот так вот, если здесь какое-то пространство. И это нужно также переносить и на все остальные объекты, то есть рука на представляет собой приблизительно цилиндр. И, естественно, умея рисовать цилиндр, нам просто нарисовать и объем руки. Ну, в общем, я не имею в виду там отдельно мышцы прорисовывать. То есть вот так вот идет проработка. Важно в этот момент рисовать вот все эти общие тени, падающие, все вот эти основные элементы, которые важны. То есть тут должна быть общая тень, все, мы ее рисуем. Мы не рисуем там какую-нибудь складочку, она нам нафиг не нужна сейчас, она только все испортит. Мы рисуем самое важное, то есть основные элементы. Мы прорабатываем все основные элементы и рисуем падающие тени. Окей, следующее. Все, здесь уже идет конкретная проработка. То есть я не буду касаться правого чувака, он нас не интересует. Здесь нас интересует только наша эта воительница. Но он пускай будет. Как бы он нужен для того, чтобы банально не рендерить ногу.
ее перекрывает чувак, зачем нам ее рисовать? Все, окей. Мы там не будем касаться рендера персонажа дальше. Вот, смотрите, проработка. Как я вот уже 10-й, наверное, раз сейчас говорю, проработка. То есть вот здесь вот падающая тень. Я изменил немного форму ткани, чтобы там тень была больше, потому что персонаж получается слишком светлым. Это играет ему в минус. И поэтому я решил подвинуть ткань больше и нарисовать тень больше. Возможно, это неправильно, но выглядит неплохо. Вот, падающая тень от кинжала, падающие тени от одежды. То есть нигде нет деталек. Нет деталек на вот этих вот штуках белых, желтых, на вот этих бляшках. Потому что это не нужно, нам нужен силуэт. Мы прорабатываем силуэт и основные объемы. То есть вот как я говорил вот здесь вот про проработку рук. То есть вот видите, я это здесь делал. То есть самый светлый свет вот, и оно видно вот здесь вот. Самое темное место тени вот здесь, перелом формы. Еще. Опять я коснусь, например, такой важной темы, как что нужно делать, чтобы картинка была интересней. То есть как наполнять ее такими проработанными участками. То есть нам не обязательно рисовать. Нет, конечно, тут по желанию. То есть я, например, так не делаю. Не обязательно рисовать какой-нибудь рисунок на одежде. Или проработанное, я имею в виду, чтобы там прям хохлома какая-нибудь или еще что-нибудь. Какие-нибудь ветки там, я не знаю, отдельная картина, чтобы была на куске ткани. Это не обязательно. То есть будет тупо, если вот здесь вот будет какой-то проработанный прям рисунок, и он будет отвлекать. Например, я всегда делаю акцент на лице персонажа, на его верхней части, поэтому я делаю рисунок вот здесь. Он уже как-то разбавляет вот эту общую форму ее платка. Потому что если убрать эти треугольнички, то будет выглядеть не так интересно. С ними выглядит чуть более интересно, чем до них. И обычно я, например, делаю, наполняю картину детальками благодаря волосам. То есть я это очень сильно люблю, это сразу делает акцент на лице персонажа. В них очень много падающих теней, очень много объемов, и это банально, как я уже говорил, наполняет картину деталями. И при этом акцентирует внимание на лице. То есть я уже начинаю прорабатывать отдельно локоны. Например, коснемся проработки, как вообще нарисовать волосы. То есть не надо рисовать, естественно. Если кто-то так делает, то это очень тупо. Не надо рисовать вот так. Так, опять я сделал это. Сейчас он отупит немного, я расскажу. Волосы, они складываются в общие объемы. Нам не нужно рисовать отдельную волосинку. Вы же не видите отдельные волосы на моей голове, например, как я не вижу отдельных волос на вашей. Я вижу общие объемы. То есть здесь отдельный такой план, в котором нет какого-то разнообразия. У девушек там, допустим, косички. И иду сначала, например, общей формы. Я нарисую в воде вот здесь вот. То есть общая форма, потом вот здесь вот они пережимаются резинкой, и здесь вот уже идут отдельные локоны. Это очень важно рисовать именно вот эти вот общие формы. То есть, как вот видите здесь, я не рисовал отдельно каждый волос. Я делаю иногда отдельные волосинки для того, чтобы именно был контраст большого к общему, то есть большие формы волос к мелким. То есть вот здесь вот пара волосинок выбивается, окей, это интересно. Вот здесь вот выбивается, это неплохо. Вот здесь вот, например, вот в этом месте. Да, вот в этом месте рисовать отдельно волосики, это тупо. Это там общие формы, там большая копна волос, там они не будут выбиваться так сильно. Там нужно рисовать общие формы каждой пряди. То есть мы представляем, как пряди эти развиваются. То есть одна прядь выходит из-под другой,
каждую прядку ложится свой волосик отдельно. И так добивается ощущение объема. То есть незачем нам рисовать волосы как-то, ну то есть чтобы пряди шли очень скучно, одна за одной, то есть они никак не пересекались. Это не выглядит очень интересно. То есть вот, например, вот здесь прядь, потом здесь вот прядь, здесь вот прядь. Но я не думаю, что это выглядит круто. На мой взгляд, нужно рисовать, вот, чтобы одна прядь шла в одну сторону, другая в другую, третья в третью. Между ними идет там уже контрасты. Одна больше, другая меньше. Одна светлее, другая темнее. То есть вот падающие тени. Вот, на мой взгляд, уже вот так вот лучше. То есть чем, например, рисовать вот такие вот пряди, еще там между ними такие падающие тени, скучные, однообразные, ритмичные. Это не круто. И, естественно, волосы помогают, они помогают нам реализовать падающие тени, про которые я уже 30 раз сказал. То есть, например, пускай вот здесь вот локоны, они вылезают немного вперед, от них будет идти падающая тень на лицо. Из-за этого уже пространство лучше ощущается, как вот здесь вот, например, падающие тени идут на волосы. Они не идут, волосы не идут вплотную к лицу. Между светом на волосах и светом на лице идет теневая область, это падающая тень на волосы, и это делает картинку лучше, помогает лучше понять, лучше попадать в пространство. Окей, так, наверное, времени-то у нас немного осталось очень. Так что давайте быстренько. Все точно то же самое. Идет проработка форм, то есть вы видите… Окей. Сейчас. Хорошо. Быстро. Самое важное. Идет все точно та же проработка. То есть нет деталек. То есть если вы увидите волосы, там все очень-очень набросано. Просто банальная мешанина, которая делается очень быстро. Я просто пытаюсь найти объемы. Самое важное. Надо смотреть в этот момент вот, ну, приблизительно с такого расстояния. То есть если с такого расстояния выглядит довольно неплохо, окей. Если плохо, мы переделываем. Детальки не сделали бы лучше, пока нет общей формы. Как раз она и сейчас нарабатывается. То есть нет смысла вот так вот приближать и начинать что-то детализировать. Здесь нигде нет сильной детализации, просто дикая мазня. Как вы видите, ну, особо сильно детализация не меняется, просто проработка. Я подумал, что красные волосы на красном флаге будет не круто. Точнее, мне подсказали. И я поменял цвет. Стало лучше. Потому что идет контраст цветов. Красный на красном не круто выглядит. А розовый на красном уже выглядит лучше, потому что есть контраст. Я постоянно говорю вот про такие вещи, чтобы вы понимали, что принципы, про которые я говорил, они постоянно работают, постоянно нужно думать о них и постоянно пытаться их применить каким-либо образом. Окей, то есть вот здесь вот уже я проработал, в принципе, мне нравятся объемы, я считаю, что они выглядят достаточно неплохо, и я уже начинаю чуть более детализировать, то есть добавлять складочки на штанах, складочки на вот этой тряпке, складочки на вот этом ее, на ее вот этой одежде, на ее кофте, на шарфе, прорабатывать уже локоны. Правда, вот здесь конкретно вот этот вот случай, когда детализация сделала хуже, потому что общая форма потерялась. То есть, вот до этого, например, было банально лучше. Но в конце там я немного поменял, стало чуть лучше, но я просто забил на это, если честно. Тут, давайте я скажу, тут, например, почему я сделал Rimlight. Очень сильный свет справа. Я не хотел терять силуэт, поэтому я делал сильный свет за персонажем, чтобы силуэт персонажа был виден. И, естественно, логически, как бы, сильный свет, но почему он никак не воздействует на персонажа, почему его не видно? Поэтому я добавил Rimlight. Это вообще довольно тупая вещь, но тут он обоснован, окей, пускай будет. И здесь, тут банально уже работа с композицией. Я поменял, переместил красную ткань. Я
Что я там еще сделал? А, ну я просто начал детализировать уже все остальное. Добавил там красный флаг за нижним мужиком. Детальки кое-где поменял. Некоторые мелкие вещи, мы их касаться уже не будем, потому что времени нет. Например, почему я поменял флаг. Вот это на этом примере сейчас будет видно работу еще принципов, про которые я говорил. То есть справа вверху у нас появляется большое пустое пространство, однородное. Оно нужно для того, чтобы глазу было где отдохнуть. Очень тупо забивать всю картинку деталями. Это никому не нужно. Это выглядит очень, как бы это сказать-то по-нормальному, просто, блин, это просто дичь, где вы не можете понять, на что смотреть. Нужно мне смотреть сюда или сюда. Там везде детальки, я хочу сюда смотреть и сюда. И, ну, это очень плохо. Это негативно влияет на восприятие картинки, поэтому я передвинул красную ткань влево. Ну, мне было лень рисовать нижних чуваков, я их убрал. Без них смотрится лучше, на мой взгляд. Почему нет? Хотя это было лишнее время. Ну и тут банально идет та же самая проработка. То есть я проработал, как вы видите, в основном ноги. То есть банально клал освещение по ногам. И точно то же самое, что я представлял объемы. Как, например, вот здесь вот. Сейчас. Вот здесь у нас самая верхняя точка вот этих объемов. То есть вот здесь примерно такая сетка. И самая верхняя точка, она будет примерно где-то здесь. И, естественно, самый сильный свет там. То есть как бы это такой деформированный шар. Я знаю, как рисовать шар. Я рисую поэтому вот этот объем. Ну и, в принципе, по сути, на самом деле, это все. То есть, как вы видите, поменялось… Ну, то есть я увел флаг назад, чтобы силуэт персонажа на фоне флага не терялся. Я еще раз сказал про силуэт, и это важно. И я просто, ну, логически посмотрел, чего где не хватает. То есть вот эта вот сабля, она же куда-то, ну, где-то держится в каких-то ножнах. Я, естественно, сделал длинный ножны вот здесь. И добавил вот здесь вот тоже ножны для кинжала вот этого. Они не очень по форме, но, господи, кому это важно? Окей. Вот такая логика в построении этой картинки.